Вот такая у нас красота, чистота за территорией железнодорожной больницы. То, что находится в городе Южно-Сахалинске, на улице Украинской. Давайте посмотрим. А вот там находится совхоз Тепличный, кстати, да, вот справа граница совхоза Тепличного. Я не знаю, кто ответственный за вот это вот безобразие, но мне одно понятно, что этого не должно здесь быть. Это что такое? Это город Южно-Сахалинск. Сюда туристы приезжают, говорят, какой красивый у вас город. Я им так и говорю, говорю, заедьте чуть подальше центра, площади Победы, которую вылизывают каждый день. Посмотрите, что творится. Строительный мусор, мешки. Что это тут? Пенопласт, не знаю, что. Тут вообще небезопасно. Ой, беда, беда.